Актер родился в 1928 году в Москве в семье юриста и медсестры. Правда, брак родителей был недолгим, и они развелись, когда сын был еще совсем маленьким. Когда началась Великая Отечественная, вместе с матерью Юрий уехал в Уфу. Там он трудился в госпитале. После возвращения в Москву Яковлев неожиданно для всех поступает в театральное училище. На вступительных экзаменах во ВГИКе приемная комиссия единодушно признала его не киногеничным. Но Юрий не отказался от мечты и поступил в Щукинское. После окончания училища актер пришел в труппу театра Вахтангова, в котором и проработал долгие годы. Яковлев в театре – яркость, многоплановость и лиричность. Сам он неоднократно признавался, что очень любит импровизацию, правда, готовится к ней всегда заранее. Первой заметной ролью в кино был князь Мышкин в фильме «Идиот» по роману Федора Достоевского. Но настоящую любовь зрителя актеру принесли комедийные роли. Лихой поручик Ржевский в «Гусарской балладе», пацак Би из картины Георгия Данелия «Кин-дза-дза», ну и, конечно же, суровый царь Иван Грозный и глупый управдом подкаблучник Иван Васильевич Бунша. Эти роли принесли актеру оглушительный успех. Кемская волость? О, я Кемская волость. Да пусть забирает на здоровье, я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Забирайте. В картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» Яковлев сыграл импульсивного и ревнивого Ипполита. Фильм получил всенародную любовь, без него невозможно представить новогодние праздники. А имя Ипполит стало нарицательным. Какая гадость, эта ваша заливная рыба. Все кинороли Юрия Яковлева перечислить сложно. Комедии, драмы и даже телесериалы. Актер обладает не только талантом, но и феноменальной трудоспособностью, которая сохранилась у него до сих пор, несмотря на почтенный возраст.